Старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если это звучит слишком похоже на «почитай отца твоего и мать твою», то прошу прощения. Я лишь хочу сказать, старайтесь не восставать против них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас. Так что вы можете избавить себя, по крайней мере, от этого источника вины, если не горя. Если вам необходимо бунтовать со всеми этими, я не возьму у вас ни гроша, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители – слишком близкая мишень. Так же, впрочем, как братья, сестры, жены или мужья. Дистанция такова, что вы не можете промахнуться. Почему вас никто не встречает? Некому встречать. Мы умерли. Моего папу тоже фашисты убили. Мама думает, что я не знаю, а я знаю. Она часто ночью плакает. Может, вы станете моим папой?